На сегодняшний день Нефтекамский многопрофильный колледж является единственным образовательным учреждением по подготовке рабочих кадров, которые удовлетворяют требованиям строительной и промышленной отрасли экономики. Это учебное заведение уже полвека набирает абитуриентов по различным рабочим профессиям. На сегодняшний день в нашем колледже обучается более 600 студентов. Обучение ведется по 8 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В основном, конечно, мы ребят учим строительным профессиям. Девочки по легкой промышленности у нас художники по костюму и пекари. Готовим также для нашей пищевой промышленности будущих специалистов. Планируем в следующем году расширяться и готовить уже и поваров, и техников, технологов. Но на сегодняшний день ребята получают свою профессию на базе наших учебных мастерских и на предприятиях базовых города. Учебные мастерские по деревообработке и электромонтажу являются особой гордостью учебного заведения, ведь они оснащены по последнему слову техники. Современные станки и поточные линии позволяют обучающимся освоить все нюансы своей профессии. Из года в год студенты колледжа участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах профмастерства, занимают призовые места и становятся победителями. После 9 класса я не думал, куда поступать. Сразу выбрал многопрофильный колледж. Учусь в многопрофильном колледже, 3-й год, учусь на сварщика. Хочу пожелать нашему колледжу 10-летия больших успехов преподавателям. Директор колледжа Рамиль Харасов называет свою коллегу Любовь Мартынову импульсом учреждения. Все праздники и общественные мероприятия ложатся на ее хрупкие плечи. И в этот раз к золотой годовщине учебного заведения она со своими многочисленными помощниками подошла очень ответственно. В честь юбилея колледжа, помимо торжественных мероприятий, мы решили сделать сюрприз нашему коллективу. И выпускаем книгу «Путь к созиданию. Колледж-строитель. Путь к созиданию». Книга состоит из 9 глав. Это главы, значит, история колледжа, наши выпускники, учебно-воспитательная работа, учебная производственная работа, наши достижения, выпускники наши, наша гордость. На торжественное мероприятие по случаю празднования 50-летия колледжа собралось большое количество зрителей. Среди них и ветераны-педагоги, бывшие выпускники, а также нынешние преподаватели и студенты. Силами всего коллектива колледжа был организован большой концерт. Ну и, конечно же, не обошлось без поздравлений. Конечно, я хотел бы поздравить ветеранов педагогического труда, педагогов, студентов, родителей, которые работают с нами, я бы даже сказал, помогают нам, любят нас, доверяют нам своих детей. Здоровья, творческих успехов, неиссякаемой энергии, благополучия и решать те задачи, которые перед нами стоят. Татьяна Кокорина, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».